Фотография на память для всех желающих. Еще один бессменный символ образования. Книги с бессмертными героями русской классики. Тёркин. Глеб ассоциирует себя с Василием Тёркиным, неунывающим солдатом. Он закончил 11 класс и рвется в бой. В 7-й школе решили, что их медалистов можно будет узнать по такой звезде. Раз на раз не приходится, где-то легко, где-то приходилось попотеть, так сказать. Школьные медали – это дополнительные баллы при поступлении в вузы. Глеб хочет стать газовиком. Казань – нефтегазовое дело. В перспективе – Газпром. Если возьмут. Может быть, Наташа Ростова. Героиня романа «Война и мир» и сейчас близка по духу многим выпускницам. О золотой медали Камила задумалась в 10 классе. Решила поднажать. Теперь девушка планирует выучиться на экономиста. Для нее это не столько будущая профессия, сколько универсальное базовое образование. Это как скорее мечты, но я бы хотела поступить в Санкт-Петербургский государственный университет. Легкая ностальгия по детству и юности, расставание с друзьями, радость от того, что впереди будущее. Елена из учительской династии. Педагоги родители, бабушки, дедушки. Девушка мечтает пойти по их стопам. Я просто обожаю детей. У нас большая семья, очень много детей. И люблю с ними работать, дружить. Уже хочется вступить во взрослую жизнь. Хочется быть самостоятельным. Ощутить все вот эти вот кочки жизни и быть взрослым человеком, самостоятельным. Символический путь во взрослую жизнь по улице Горького. На театральную площадь, символическую же палубу корабля под алыми парусами. Юноши и девушки вступили в 20 часов 17 минут. В этом году 11 классы закончили 707 юношей и девушек. Из них 108 с медалями. Их вручил глава города-курорта Сергей Сергеев. Большинство из вас приняло решение продолжить образование. Мне, как главе города-курорта, конечно же, хочется, чтобы после получения образования вы вернулись обратно на малую родину и приложили усилия к ее развитию и процветанию. И я уверен, что в большинстве случаев так и будет. Среди выпускников немало тех, кто хочет начать военную карьеру. Есть те, кто планирует выучить сразу несколько иностранных языков. Многие хотят стать врачами самого разного профиля, архитекторами. Список далеко не полный. И глава Анапы пожелал всем достигнуть намеченных целей. Молодежь, кубари, это сила, потому что стали. Yeah.